На учебном полигоне Матабулак Жамбылской области завершилось контрольно-комплексное занятие с разведывательными группами специального назначения частей и подразделения регионального командования Юг. Это своего рода состязание между разведгруппами, которые прибыли на полигон из разных гарнизонов Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областей. На начальных этапах занятий разведгруппы осуществляли подготовку к выполнению боевой задачи в тылу противника. После ведения разведки в указанном районе и поиска объекта состоялось наведение авиации для нанесения ударов. Заключительным этапом контрольно-комплексного занятия стал выход разведгрупп в указанный район, захват высоты и переход к обороне. Вышли в район, заняли господствующие высоты, провели наблюдение, провели разведку местности, доложили координаты объектов скрытых, после чего выполняют упражнение стрельб. Упражнение стрельб, здесь накрыто упражнение для стрельб, проведения налета. Главной целью контрольно-комплексного занятия является достижение высокой полевой выучки разведывательных подразделений при подготовке к выполнению специальных задач. Офицерский и сержантский состав получили качественную методическую подготовку, состоялась проверка подготовленности разведчиков к выполнению задач на незнакомой местности в зимних условиях. Валерий Татаренков, Адлет Батанов, 77 News.